эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. В поселке Дрожино открыт второй корпус образовательного центра «Успех». Обязательно слушайтесь своих родителей и радуйте их. Тогда вас точно ждет успех. Более 200 юных каратистов приняли участие в открытом первенстве Ленинского округа по киокусинкай. Соревнования по киокушинкай проходят в полный контакт, но при этом дети у нас в защитной экипировке. В Подмосковье стартовал онлайн-конкурс на самую красивую матрешку. В поселке Дрожино прошло торжественное открытие второго корпуса образовательного центра «Успех». В новом учебном заведении на 1100 мест созданы все необходимые условия для комфортного пребывания детей. Тему продолжит Наталья Буслаева. Трехэтажное здание второго корпуса образовательного центра «Успех» гармонично вписано в архитектурный облик жилого комплекса «Бутово-парк-2». Удачное расположение школы вблизи многоквартирных домов – большое преимущество для детей и родителей. Дорога занимает до учебного заведения всего несколько минут. Ребята уже успели оценить свое новое место учебы. Когда мы заходили, мне она понравилась, потому что ее цвета были очень красивые, еще лестница... Она была очень тоже красивой. Мне очень нравится эта школа, она цветная, тут очень много можно друзей найти, много новых впечатлений. Учащиеся начальных классов, нарядные и веселые, уже как полноправные хозяева встречали почетных гостей, приехавших на торжественное открытие. Педагогов и ребят поздравили глава Ленинского городского округа Станислав Катаров, заместитель председателя Совета депутатов Валерий Черников, а также представители компании-застройщика, которые передали символичный ключ директору учебного заведения Наталье Литвиновой. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что вы выполняли все наши требования. Спасибо, что вы успели срок. Мы очень рады. После перерезания ленточки Наталья Литвинова провела экскурсию по новому корпусу. Участники мероприятия побывали в просторных и светлых учебных классах, в залах для уроков физкультуры. Они оснащены всем необходимым оборудованием для занятий разными видами спорта. Далее гости были приглашены в актовый зал на праздничный концерт. Школа действительно замечательная, современная. Мы сегодня с вами в этом зале находимся, видим, как она оснащена. Дай Бог, чтобы все школы в Ленинском городском округе были такими же. И хочу еще сказать, ребята, обязательно слушайтесь своих родителей и радуйте их. Тогда вас точно ждет успех. В учебном заведении, рассчитанном на 1100 мест, созданы все необходимые условия для комфортного пребывания детей и получения качественного образования. Потребность муниципалитета в социальных объектах с каждым годом растет, особенно в новых жилых комплексах. Поэтому открытие новой современной школы – важное и долгожданное событие для всего округа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В Подмосковье более 2000 человек получают выплату по уходу на дому за инвалидами первой и второй групп. Она составляет почти 28 тысяч рублей и перечисляется ежемесячно. В 2024 году на эту меру поддержки из областного бюджета выделено порядка 500 миллионов рублей. Заявление можно подать через региональный портал государственных услуг. Также предусмотрены бесплатные курсы, где можно научиться самостоятельно ухаживать за маломобильными людьми. Жители, которые заботятся о своих близких и не могут посещать работу, имеют возможность оформить долговременный уход. Это позволяет не только пройти бесплатное обучение, но и трудоустроиться в социальном центре. Напомнить папе, что он самый лучший, успели почти 60 детей. Конкурс газеты «Видновские вести» позволил ребятам посоревноваться в художественном мастерстве и изобразить портреты любимых отцов. О творческом процессе узнала Инга Янчук. 2024 объявлен в России годом семьи. В преддверии 23 февраля газета «Видновские вести» провела конкурс «Мой папа самый лучший», в котором ребятам было необходимо нарисовать отцов. Совсем скоро будут отобраны финалисты. Мы смотрим, чтобы ребенок постарался показать индивидуальность своего папы. И еще мы просим конкурсантов немножко написать о герое своего рисунка, хотя бы несколько слов. Это тоже важно. Будет при отборе работы. Итоги конкурса будут подведены 15 февраля, и три финалиста получат призы от спонсоров.
Мы сотрудничаем с такими сообществами, как «Нежный бизнес», «Перекресток», «Торговый дом». И если говорить о конкурсе «Мой папа самый лучший», нас поддержал спортивный комплекс ООО «Спортивные технологии», расположенный в усадьбе «Видное». Мы 15 числа подведем итоги и определим 3 призеров, которые получат сертификаты на занятия в этом комплексе. В конкурсе приняли участие школы и творческие организации. В клубе «Волшебные поделки» дети готовятся больше недели и сейчас делают последние штрихи в портретах своих пап под руководством педагога Светланы Голубевой. Об этом конкурсе мы узнали из нашей любимой газеты «Видновские вести». Мы вот рисуем их портреты, их хобби, увлечения. А также ребята пишут маленький рассказик о своем папе, чем он любит заниматься и почему он у них самый лучший. Особенность клуба в материалах, которыми творят дети. Помимо красок, карандашей и фломастеров, ребята могут использовать в своих работах вторичное сырье – пластик, ткани, картон. Все это они приносят из дома на занятия. Сделали вот различные поделки из отходных материалов, из пластилина. А вот у нас получился, например, такой чудесный самолет из обычной пластиковой бутылки. Один из постоянных посетителей клуба – 6-летний Эрик Снежка. Он пошел в волшебные поделки благодаря маме и теперь с радостью торопится на каждое занятие. Эрик тоже принял участие в конкурсе «Мой папа самый лучший». Мальчик отмечает, что отца он любит за интересные истории из жизни. Светлана Олеговна сказала про конкурс, и я сразу захотел участвовать и нарисовал папу. Я его люблю за то, что он любит так сочинять истории и рассказывать. 7-летняя Саша Чичканова ходит в клуб больше года. На конкурсе она нарисовала папу среди горных равнин, поскольку его увлечение – это альпинизм. Я на своем рисунке изобразила своего папу. Он в горах, потому что он еще тем летом, мы были в деревне, а он поехал в горы и сказал потом, когда приехал, что там очень свежий воздух, красиво очень. Макар Халдеев изобразил папу на большом фрегате с алыми парусами, поскольку отец профессионально занимается яхтинговым спортом. Мальчик поделился, почему его папа самый лучший. Он мне очень хороший, всегда может помочь, всегда меня поддерживает. Каждая работа, представленная на конкурс, получилась интересной и яркой. Неважно, кто будет победителем, гораздо ценнее внимание ребят к любимым отцам. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центральной библиотеке для первоклассников из Видновского художественно-технического лицея организовали развлекательное мероприятие «Прощание с азбукой». Подробности в сюжете Юлии Стаферовой. Многие дети, когда приходят в первый класс, не умеют писать и читать. Освоить эти навыки помогает азбука. Для некоторых это первая в жизни самостоятельно прочитанная книга. Традиционно для первоклассников провели праздничное мероприятие, на котором они смогли попрощаться с букварем. Состоялось оно в Центральной библиотеке для учеников первого же класса из Видновского художественно-технического лицея. Его провела ведущий библиотекарь Оксана Овшинова. Учителя нам изъявили желание встречать этот праздник именно здесь у нас, поэтому мы рады их приветствовать. Тем самым открываем двери нашей библиотеки. То есть ребята понимают, что библиотека – это не только тихо, это еще и праздник, это еще и весело, это здорово. Для детей подготовили развлекательную программу с вопросами и викториной на тему азбуки. Также первоклассники читали стихи. Трудно было нам с тобой вначале, мы полгода буквы изучали. Но теперь нам совершенно ясно, что старания были не напрасны. Родители полностью поддерживают идею проведения праздничного мероприятия, чтобы дети запомнили это событие надолго. Это праздник, это положительные эмоции. Наверное, это как награда за тот труд, который они вложили, изучая азбуку. В качестве награды за проделанные усилия в изучении букв русского алфавита первоклассникам подарили медали и дипломы. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» прошли соревнования для самых маленьких. Более 200 юных и талантливых каратистов приняли участие в открытом первенстве Ленинского городского округа по киокусинкай. Как молодежь прокладывает себе дорогу в большой спорт, расскажет Юлия Погосян.
Спорт в Ленинском округе процветает. Об этом говорят множественные соревнования и массовые мероприятия, которые собирают тысячи участников. Увлекаются жители разными видами активности. Среди них и кёкусинкай. Такой вид карате, отличающийся более техническим стилем. У нас есть спортивная школа МБУ ДОС Шоролимп, которая у нас и развивает этот вид спорта. Есть отделение, работают 3 тренера в этом направлении. Есть все группы до спортивного совершенствования, то есть где кандидаты и мастера спорта занимаются. То есть это достаточно развитый вид спорта. Открытое первенство Ленинского городского округа по кёкусинкай видным проводят уже более 15 лет. В муниципалитете основоположником развития этого вида спорта стал Андрей Кузнецов, председатель Московской областной федерации кёкусинкай. На днях под его руководством во дворце спорта прошли очередные соревнования, которые собрали более 200 участников. Соревнования по кёкусинкай проходят в полный контакт, но при этом дети у нас в защитной экипировке, для того, чтобы обезопасить здоровье. В каждой категории у нас первое, второе место, 2/3. Кто проигрывает полуфиналы, занимают уже автоматом 3 места. И призы, кубки, медали. География участников разнообразная. Почти все муниципалитеты Московской области, а также команды из Тверской и Владимирской областей. Этот вид спорта привлекает тем, что тут боевые искусства я изучаю. И лучше всего я тут становлюсь сильнее, быстрее и здоровее. У меня иногда возникали проблемы в школе. Я не мог постоять за себя раньше. Я не мог ничего сделать. У меня есть один враг, он очень сильный. Но сейчас я могу за себя постоять благодаря этой тренировке. Это первенство для многих участников стало отправной точкой в большой спорт, ведь некоторые ребята на соревновательное татами вышли впервые. И, быть может, кто-то из сегодняшних победителей прославит Россию на весь мир. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Подмосковье стартовал онлайн-конкурс на самую красивую матрешку. Указом президента России 2024 год объявлен годом семьи. А матрешка в нашей стране традиционно считается семейным символом. Мероприятие организовано под патронажем Министерства культуры и туризма Московской области. Онлайн-конкурс проводится на сайте «История матрешки», который основан в Сергиево-Посадском округе. По словам организаторов, цель конкурса – популяризация традиционной русской игрушки, выявление лучших ее образцов, а также продвижение смыслов, которые она несет – семейных ценностей, культурных традиций, эстетических стандартов. Принять участие в конкурсе могут производители или владельцы матрешек, проживающие в Московской области. Для этого необходимо разместить фотографии деревянной игрушки на сайте. Уже сейчас там можно увидеть более 300 изображений. На первом этапе конкурса матрешек оценивают посетители портала путем онлайн-голосования. Окончательную оценку даст профессиональное жюри. Конкурс продлится до декабря 2024 года. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!